Награды нашли своих героев и в Алексеевском районе. 32 памятных знака Куйбышев «Запасная столица» вручили ветеранам труда. Первыми их получили исполнители народного хора «Степные напевы». Подробности у Марии Акимовой. «Степные напевы» – хор ветеранов труда, без которого не проходит ни одно яркое событие Алексеевского района. Вот уже 16 лет его участники не только выступают на родных площадках, но и становятся лауреатами губернских фестивалей и конкурсов. Для них лучшая награда – аплодисменты зрителей, но получить памятный знак Куйбышев «Запасная столица» почетно вдвойне. Такой вот значимый для нашего хора мероприятие. Мы получили медали, которые дают нам гордость за нашу страну и за нашу родную Самару, за наш родной Куйбышев. Потому что все мы земляки, которые в хоре здесь были, все учились в институтах в Куйбышеве. 75 лет назад Куйбышев стал запасной столицей страны. Во время войны в наш город были эвакуированы крупнейшие оборонные предприятия. Здесь ковалось оружие победы. В честь этого события был учрежден новый памятный знак по инициативе губернатора. Эту награду получают большое количество людей, не только ветеранов, ну, конечно, это прежде всего ветераны, но ведь получают и молодые люди, то есть, которые являются участниками военно-патриотических клубов, волонтерских движений. То есть вот этот знак объединил и поколение ветеранов, и поколение людей уже возрастных, и поколение молодых. 32 медали сегодня вручили тем, чьи заслуги перед районом невозможно переоценить. Вы сегодня фору даже нам даете. Потому что так активно работаете, так активно входите во все процессы жизнедеятельности района, что я диву даюсь и всегда вас благодарю. Всего в этом году в Алексеевском районе вручат 398 таких знаков. 244 из них получат ветераны войны и труженики тыла. Остальными наградят тех, кто принимает активное участие в патриотическом воспитании молодежи. Мария Акимова, Александр Дудко, «Новости губернии».